Всем привет, и мы продолжаем проходить Калиста. Меня немножко закинули пораньше, я заново прокачивалась в итоге. Вот это вот я не помню. Собираем здоровье, боеприпасы. И идем дальше. Так. Играл давно? Угу. А чё, куда идти-то? А, лесенка. Отлично. А, я в прошлой серии тут как раз и закончила. Вот, давайте послушаем. Прошу, помогите мне. Сэр, вы должны успокоиться. У меня что-то в голове. Вы должны успокоиться и ответить на вопрос, когда вы заразились. Хорошо, мне больно. Он так и не ответил, когда заразился. Там какая-то дребедень вылезла, хочу сказать. Очень нехорошая. И не очень приятненькая. Ух ты, контейнера. Ага. Так. 8 патронов. Надо вот этот добить. Ага. Ну как-то его не жалко. О, здрасте. Чё она делает? Дэнни. Дэнни? Она память проверяет? Я не пойду. Ты меня не заставишь. Это ты всех убил. Оу. Эй, прекрати. Чё же она там увидела? Прости, я пыталась тебя защитить. Ты этого не заслуживаешь. А кто это? Дэнни. Прочь от меня. Okay. Так, она очухалась? Ладно. Это побочка того, что она была у другого человека в мозгах? Я была у них в голове, прожила их воспоминания. А, ну теперь понятно. Произошла вспышка инфекции. 75 лет назад, точно как сейчас в тюрьме, они убили всех, чтобы сдержать болезнь. Всех. 75. Нифига себе. Дэнни, это не случайность, это закономерность. Аркас. Черная жесть, Европа, все как-то связано. Опять ты. Как бежать? Ай, блин, беги. Так, быстренько меняем пушку. Беги, блин! Ах ты гад, а? Ох. Чё, того не ждал, того не ожидала. Где он? Уа! Да ты как-то винул-то мне. Хватит, блин. Да беги, блин. Не до них сейчас. Джейкоб, быстрее бегай, пожалуйста.
беги! Беги, блин! Как оказалось, он тут будет. А я думала, его уже не будет. В обратку. Хитрый. А, беги, блин. Кстати говоря. Где? Да ладно. Надо было, наверное, бить, а я убежала. Беги, надо в голову целиться. Давай, добивай. Ну-ка. А чё, всё, ку-ку? Патроны ку-ку, да? А чё он такой быстрый? А, нет! Отстань! Капец стрёмный! Цирконожка, блин! Ох ты! А! Ой, не-не-не-не, беги! Да нет! Надо быстренько полечиться. Успею я, нет? Не успею. Беги, блин. Пока полечится, он меня там где-нибудь жахнет. Ну ты гад, а. Чё-чё? Я тебя тут не ждала, блин. О! Промазала. Там что-то лежало, кстати. Давай. Ух. Ну ты, конечно. Капец. Ну нафиг. Блин, я что-то думала, что он был у девчонок в другом месте. Я что-то не ожидала, что он будет. Серьезно. Я все патроны на пистолет еще потратила. Да? А, подожди. Так, немножечко давай. Вот так. Перезарядиться надо. Тут все взяла, да? Так, для дробовика. И еще одна. Тут опять орет. А я могу подняться назад и продать? Откуда я спрыгнула? У меня как-то катсцена пошла сразу и все. А куда Дэнни подевался? Музыка все равно такая. Ага. А вот Дэнни. Следовать за Дэнни. Подожди. Да, блин, не то. Нахрена? И на та кнопочка. Подожди. Словно быть двумя людьми сразу. Странно. Ой, здесь много лута. Блин, еще. Давай. Ага. Так. Этот заряжен. Блин, на этого много патрон дали.
Блин, а тот дробовик мало патронов дает, а вот на этот у меня есть, я даже не знаю. Ну ладно. Ага. Так ощущение, как будто мы тут были. Или просто локации похожи. Так, кредит Калиста. Подождите, пожалуйста. Тут что-нибудь есть? А, я думала, все, я осталась тут за бортом. Че так тихо? Конечно. Куда ж без этого? Угу, в норме. Платформа рухнула. Выход на поверхность на противоположной стороне колонии. Иди дальше. Без проблем, чё. О-о, моя прокачка. Это она? Она? Встретиться с Дыней. Опять слизни. Так и знала. А бегать нет? Во! Давай. 1000. Мало. Продать. А мне не хватит. Будешь продавать-то нечего. Емкость магазина. Улучшение для разрывных пуль. А, здесь магазин больше. Ага. Ага. Парящие пули. Которые окружают врагов. 3600. Ну-ка. Ну, у этого магазин просто получше получается. На патроны. Угу. Давайте. А, не хватает? Ну, давайте продадим, что ли, что-нибудь. 136. 100. Блин, аптечку. Для полицейского дробика... Для дробовика скунс. Ага. 12. Ну, давайте вот эти продадим. 68. И мне должно на этот... Хорошо. Сейчас вот так сделаем. Угу. И 300 на урон. А я не знаю, мне сейчас же будет эта штучка, да? Ну-ка. А, ну тоже 4. А не, 8. 8 патронов получается. А у того 4 максимум. 6 патронов на пистолет. Ага. 14 на этот. На 16 этот. Ладно. А вот стать патроны. Кредиты. Ага.
Ну-ка. Но это мне все патроны продавать? Это такой еще вариант. Ну, либо вот это и аптечку продавать. Ну, как-то я пока сейчас... Без всего оставаться такое себе. Ладно, пошли. Опа! А он меня видел? А он меня видел? Ну, у меня есть палочка. Ох! На бока, блин, ни хрена себе ты вышел. Ну ты гад. Я чуть это... У кукона. Надо скорость покачать. Палки еще, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Не мутируй. Напугал, блин. Че с музыкой-то? А че они все-то бегут? А я здесь не была? По-моему, я тут была. Что такое? Кто бежит? Кто бежит? Кто бежит-то? Да кто бежит-то? Ну хрена себе! О! О! Мочи! Уклон, уклон. Уклон, блин. А-а-а! Жестко. Ух. Жестко меня замочили. Да, блин. Че по новой? А-а-а. Подстава. О, я думаю, что такое оранжевое? Бесит аж. Ага, ну ладно. Thank you, worker. The UJC appreciates your productivity. Так, устойчивость. Принтинг. Quality check. Verify. Так, урон на 300. Ну все. Блин. Подстава, подстава. Угу. Подстава, подстава. Здесь максимум 4, по-моему, да, у нас? Ага. Ну чё, пошли. Но. Но. Кстати, блок. А у него блок сработает? Оп! Ну, нормально. Ни хрена. Угу. Опа. Ты же не встанешь? Ай, гады. Сейчас все повылазит. На верхний уровень, Джейкоб. Ага. 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 Да блин, во. Где еще? Надо на все этих штуки. Да блин, стрёмно. Они, падлы, выскакивают все неожиданно.
Я вот тут пробегусь. Оп! Второй пошел. Бегут. Да где, блин? Где? На. Окей. И еще один третий должен быть. Где еще один-то третий? А, второй. Ну-ка, иди сюда. Блин, разряжается. А! Ну-ка. Ладно, подеремся. Угу. Урон палки, кстати, это у меня по максимуму. Ну-ка, не вставай. Не вставай. Ну. А боеприпасы есть? Я уж тут была, да. Да, мы тут бегали. А мы что, назад вернулись, да? Что-то на второй уровень отправляет, да? Что с музыкой? А, подожди-ка, надо зарядить. Так, использовать, чтобы не мешалось. Чё, ничего не будет? А тут? Патроны раскиданы. Ну-ка, патроны. Что-то мне это не нравится. А зачем? Мне разве сюда? Закрыто, заперто. А мне сюда есть? О, подожди, не-не-не. О. Угу. Опа! Опа! На, господи! О, клоун! Жесть какая, ей-богу! Чё так сложен-то? Ну-ка. Кредитов побольше не могли давать, а? Ну-ка. О, а здесь были эти слизни, я помню. Теперь никого нет. Забавно. Ну-ка. Мне есть смысл сюда идти? Чё-то я как-то... Музыка. О! Патроны. Боеприпасы. Но боеприпасы обычно лут заканчивается мне врагами. Это что такое? Ага, открыто. Вот эта фигня неспроста тут. А, дыня? Напугал у меня. Следовать за Дэнни. О, немножко музычка успокоилась. Жесть вообще. Не верят, что внизу жили люди. Выбора не было. Он и сейчас не у всех есть. Но. Что за купол? Раньше его здесь не было. Нет, не было.
Это был ствол шахты, ведущий на поверхность. Но чтобы вернуться в тюрьму... Ну-ка, подожди. Дай-ка я тут побегаю чутка. Хранение заперто. Где мы? Приветствую, я доктор Кейтлин, и я рада вас видеть на станции Аркас. Аркас или Аркас, как там правильно? Мы рады поделиться результатами исследований. Это венец десятилетий нашей работы. Кому она обращается? Не к нам. Я скачаю все, что могу здесь найти. Встретимся. Где встретимся? В каком-то корпусе. О! Все началось с сигнала бедствия. Таинственная болезнь охватила Калиста. Симптоматика была загадочной, но знакомой. Какая фигня? Жижа. А ее разбить можно? Нельзя, конечно же. Очень хотелось. Витые. Надо скорость качать. Форма ускоренной эволюции. Если мы сможем понять эту болезнь, то сможем и воспроизвести ее, раскрыть секрет эффекта парома. Парама. Чего вы там хотите воспроизвести? Совсем чокнулись? Ученые, блин. После обследования безопасности зоны построили лабораторию, а позже тюрьму. Служащую использовали исследовательской базы с легкодоступным... Вот зачем построили черную жесть. Все это было ради эксперимента. Ну все понятно, над людьми эксперименты ставили. Садюки. После десятилетних поисков приз наконец-то в наших руках. Источник, с которого все началось. Новая дерзкая глава нашего проекта. Солитарис. И что там? О, 41 патрон. Видите, на него патрон дают больше. Нифига себе, я патронов насобирала. О, боже, что это? А я не знаю, что это. Чужеродная форма жизни, освобожденная шахтерами, когда-то прорыли путь к подземному океану Калиста. Когда мы приехали, существо было мертво, убито охраной. Но внутри мы нашли тысячи личинок, первичных переносчиков возбудителей болезни. Мы собрали образцы и перевезли их в свою центральную лабораторию. На Европе. Патоген действовал как эволюционный ускоритель, превращающий колонистов практически за исключением одного, так называемого нулевого пациента. Он получил преимущество заражения, большую силу, выносливость и долголетие. И сохранил свой интеллект и человечность. Опа. Хотя образец был убит охраной во время вспышки инфекции, тело было доставлено в лабораторию черной жести, что стало основной исследовательской программы. О боже. Ух ты. Феррис? У нас с тобой есть кое-какие счеты. Ой, да ладно. Ну, как видишь, ситуация изменилась. И что с тобой делать-то? О! Да ну нафиг. А!
Что с тобой делать-то, блин? А! Да подожди, стрелять. А есть его смысл-то стрелять-то? Это ж сколько тебя? А-а-а! Так, Маруся, уйди нафиг. Да блин! Ну как же с ним драться-то? О, капец. Понятно. Только мощными ударами, да? Да как? О. Ух ты. Ты вообще хрен убежишь еще. Нет, 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 нет. Ну вот, она мне. Ну, конечно. Может, мне убежать надо? Жесткая смерть. О-о-о. Просто голову в лепешку. Беги! Да блин, нет, уйди. А-а-а. Так, ладно, его надо мощными лупить. Нет. А-а-а, первый раз прокатило. Да как так-то? Я два удара сделаю и все. Я убегать не успеваю. Жесть. А-а-а. Беги. Стоп, мне надо... А он не дает убежать. Да как ты? Да блин, уворачивайся. А почему у меня красная? Я уворачивалась. Его нельзя подпускать к себе, да? А, бабо. Да нет, уйди. Ну ты гад, а. Задолбала. Иди отсюда, лысина. Да блин. Кошмар, вот эта сцена просто. Разработчики постарались такую сцену сделать. Три. Да. Так, подожди, уклон, уклон. Беги, блин. Уклон. Уклон. Три. А, 4 и 5 ты бьешь. Ни хрена себе. Уклон. Я же сказала уклон. Что тебе не нравится-то? А, заколебала. Уклон. 2, 3. Опа. Ох ты год. Ох ты год.
уклон. Уклон, лечиться мне, блин, надо. Беги. Да ты мне не даешь. 2, 3, 4. Все равно двинул. Успею? Нет, не успею. Это вообще мне лечиться негде. Ну, некогда, в смысле. Он мне далеко не дает отойти. Все. Ай. Да жесть какая. Давай. А, у меня жизнь-то не полная даже. Ну-ка, ай, 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 ай. Угу. Ай, мимо. Уклон, уклон, уклон. Двигай. 3 раза он бьет. Ай, уклон. Уклон, 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 уклон. Угу. Уклон. Давай, 2, 3. Угу. 2, 3, 4, 5. Ах ты гад, а он 5 раз бил. Блокировал. Ладно. А, нет, нечестно. Какого лешего? Давай, 1, 2, 3, 4. Раз, 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 2. Почти есть. Нет, ну... Ну какого черта, а? Лысый, блин, хрен, отвали. 1, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4, 5. 5 ударов. Ах ты гад, а. А, если бы у меня жизнь была бы целой изначально, я даже полечиться не успела. 1, 2, 3, 4, 5. Получай по щам. Раз. Ах тут нет, 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 нет. Слышь, пойди нафиг. Ой, Дэнни. Получилось. Она что-то сделала. О, мы пережили. Класс. О, господи. Все было немножко попроще, ну да ладно. Ой, Дэнни, Дэнни. Это, видимо, наш босс, да? В финале будет. Скоро она станет одной из нас. Он ее заразил, что ли? Да ладно. А противоядие есть вообще, интересно? Должна быть вакцина по логике? Ну, так всегда было. Хорошо, что у меня была одна аптечка хотя бы. Еще ни хрена нет. Эта платформа доставит нас на поверхность. Покинуть колонию. Ну, подожди. О, это был, конечно... Это же тот Феррис, которого мы типа выкинули, да? Мы думали, что он мертвый, а он-то живой. Это что такое? Оно не разбивается. Так, погоди, пока ничего не нажимаем. А тут ничего нет. Ну ладно, поехали. We made it. Danny? Danny! Ой-ой-ой. Заразил. Как быстро? Блин. Бедная Дэнни. Я не превращусь в одну из этих тварей. Мы все исправим. Как? Следуем плану, доберемся до вышки начальника. Тогда должно быть средство от этого.
Я не знаю, вакцина должна быть. Но мы же не сдадимся, не сейчас. Всегда, если делали вирус, то всегда делали вакцину какую-то. Одна всегда была в заначке. Ты как? Но она заражается. Пока нормально. Тебе это пригодится. Ай, блин. Чувствую, конечно, что мы почти на месте. Ох, не знаю. Но я надеюсь, мы сможем все-таки как-то ее спасти. Здоровье. А, туда нельзя, да? Не пускают. Че у меня, кстати? И патроны я зря, получается, тратила. Нужно было в рукопашку с ним. Ну ладно, нормально. Угу. Блок аккумулятора для перчатки. О! UGC printing for all your needs. А мне хватит что-то. Мне даже продавать-то нечего. 145. Продать патроны. 136. 204. Ну, я думаю, найдем для полицейского дробовика. Ну, давайте продадим. И 200 как раз, возможно, мне прокачаю сейчас урон. Угу. На вот этот дробовик тогда. Ой, не на этот. 300. Странно, а у того прокачка 1200 на урон. Ну-ка. 2700. 1200. Ну ладно. Ну-ка. Нормально. У тебя бы урон побольше будет. Чё-то как-то это... Что такое? А, мой терпение не исходит, Майлер. Уже почти 6 месяцев. Я близко... к разгадке. Кол. Понимание биофага. Кол. Нет, то, что случилось в Европе, было трагедией. Было открытием. Ага, что-то там наворотили. Так, давайте мы на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.